Теперь в холле женской консультации Одинцовской областной больницы можно увидеть 12 картин с изображениями очаровательных малышей. Фотограф Юлия Устинова подарила отделению свои работы. Говорит, что увлеклась этим видом творчества еще 8 лет назад. Детей очень приятно фотографировать, потому что они являются источником бесконечных эмоций, да, с ними всегда легко, с ними интересно. Безусловно, бывают сложные какие-то моменты, но мне это все дается легко, наверное, с этим надо родиться. На декабрьском фестивале «Беременные», организованным центром «Мамина помощь», Юлия представила свои работы широкой публике. Именно тогда у руководителя центра Ольги Кравченко появилась идея украсить стены женской консультации этими фотографиями. Они настолько вдохновляют на желание быть в состоянии мамы, потому что ведь миссия мамы, она в чем заключается? Она заключается именно в материнстве, безусловной любви. И смотря на, ну вообще рассматривая, я люблю рассматривать ее фотографии, рассматривая ее фотографии, конечно же, понимая, что я уже 4 раза беременна, я бы еще раз пошла. Теперь работы Юлии радуют всех посетителей консультации на первом и втором этажах. В дальнейшем планируют украсить еще и лестничный пролет. Наши пациентки, беременные женщины, они в восторге от созерцания этой красоты. Конечно, это настраивает их только на положительные эмоции, это вдохновляет их, как уже было сказано, и мы надеемся, что это еще больше, что мы еще больше будем наблюдать беременных, что это еще больше будет привлекать их в наши стены, к нашим врачам. В женской консультации работает школа матерей, где оказывается психологическая поддержка беременным. Занятия ведут врач, акушер-гинеколог, неонатолог, специалист по грудному вскармливанию. Беседы с будущими мамами проводят и священники. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».